Отлично. Костя вместе хочет. Давай. В каком месте он не Слушай, сказал, но в каком да, хочет. Поддержите. Кость, подержи. Кость. Я не умею. Да ладно, но когда-нибудь надо начинать, Кость. Опять мое достоинство, друзья, держит всю российскую эстраду. Да, близко не надо, все вот так. Ага. Отдельно. Да-да. Фотограф, договаривайся за двоих. О! Я свое жало хочу всунуть. А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил. Снегурочку в любом. О морях и не мечтаю. Как там кот Матроскин говорил? Вот. И знакомыми друзьям не узнать меня. Поехали. А дальше? Попробуй ты дальше. Ты привет передай просто, и все. Я нас по телеку показываю. Вот чем отличается шоу в подъезде. Это сосед из третьей квартиры мимо за пивом пошел. Друзья мои. Причем тоже заслуженный артист. Да. Подъезда. Между прочим, моя фамилия Макаренко. Это вот. Обо всем говорит. Вот так. Кстати, говорит о многом. Учить. Еще раз учить. Вас не учил. Учиться, учиться, учиться. Владимир Ильич Ленин, в скобках. Владимир Ильич Ленин. Нет, Ленин здесь не Как кричал Ленин? Владимир Ильич Ленин. Антон Семенович Макаренко. Все, отлично, можно спеть? Антон. Поем. Антон. Поем. Ну ты так навис ну на что? Меня, я... Да, пардон, даже... Пардон. Даже... Девчонки мало чего могут... Это подъезд, не, что ну, ж да. ты хотел? Девчонки мало чего могут подумать, это просто, поэтому я так. А у меня были шансы, там, перспективы, там, все такое. Сейчас раз, все разойдутся. Ну что, поем, да? Девчонки, я не такой. У меня я нормальная ориентация, так что не уходите никуда. Независимо, кто на мне не нависает, я все равно... оправдываться, Саша. Да, я целенаправленно иду к своей цели. Перед нами. Да. Давай. Пой, давай. Ладно. Песня. Не, ну да, я что... Ну я, подожди, ну я сейчас... Это, хотелось сказать... Да, подожди. Не надо тянуть кота Матроскина, знаешь, это... В нашу песню. Сейчас. Прости, что ты ворвалась в жизнь мою. Прости за то, что я тебя люблю. Прости, что нет тебя со мной. Прости за то, что я всему виной. Прости за то, что я умею ждать. Прости за то, что я могу прощать. Прости за то, что не хочу уйти. Что так случилось, ты прости. Прости за мой характер непростой. Прости, что я кричу тебе постой. Прости, что ненавидишь ты сейчас все то, что снова разделяет нас. Прости меня, что стала ты такой. Прости, что потеряла свой покой. Прости, что я не смог тебя найти. За все на свете ты прости. Прости меня, что я не твой. Прости, что нет тебя со мной. Прости, что не хватило слов. Прости, моя любовь. Прости меня, что я не твой. Прости, что нет тебя со мной. Прости, что не хватило слов. Прости, моя любовь. Браво, друзья! Вот что гитара делает, а? Постскриптум. Постскриптум. Простить значит понять. Ура! Это смотрите, круто. Какие пацаны в нашем подъезде да. живут. Отлично, правильно, правильно. Вот это ты сказал. Как сосед, отрезать? Как тебя зовут? Антон. Надо знать соседей.
Антон Макаренко. Спасибо. Зовите меня просто хозяин. Все, отлично. Ой, вообще, хозяин подъезда нашего, ребята. Да. Кстати, знаешь, эту песню я специально оставил так, на десерт, так сказать, понимаешь? После этой песни сразу все получается, вот, сразу. Ну ты слова принеси нам, мы же фанерщики старые, нам же нужны слова. Да, какие слова? А я все чаще замечаю, что мне как будто... Плюс, Кость, надо еще спросить фонограмму, где записывал. Нет, ну да. Что ты? Ну ладно. Надо Табакову позвонить, спросить у него, что он. Да, мы не отвлекаемся, нет. Мы пытаемся вспомнить Кота, слушай, Матроскина. А я еще замечаю, ну, подожди, что меня как будто кто-то подменил, о морях я не мечтаю. Не, мне про моря, знаете, какая песня, держите. Так, ну-ка, Костя, к микрофону. Про любовь. Давай. Хорошо. Вот это вот. Ух ты. Мы вышли из бухты. Опа! Впереди ураган. Да-да-да, как там дальше? Опа! У нас продолжение передачи «Подъезд» после 12 называется. Ребят, подождите, я сам из Донецка. Это хорошо. Виктор Янукович у нас это не любит. А, вот так. Слушай, мы же не для Януковича сегодня поем, я думаю, мы же для девчонок поем в нашем подъезде. Василия Макаренко. Давайте. Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Гоп-стоп, ты много на себя взяла. Давай обработку. Теперь расплачиваться поздно. Посмотри на звезды, посмотри на это небо. Взглядом, бля, тверезым, посмотри на это море. Ты видишь это все последний раз. Гоп-стоп, ты отказала в ласке мне. Гоп-стоп, ты так любила звон монет. И шубки беличьи носила с кожей крокодила, все полковником стелила. Ноги на ночь мыла, мир блатной совсем забыла. И перо за это получает. Гоп-стоп, у нас пощады не проси. Гоп-стоп, и на луну не голоси. А лучше вспомни ту малину, Васькину картину, где он нас с тобой прикинул. Точно на витрину, в общем, не тяни резину. Я прощаю все, кончаю СММ. Ну, такая песня, да. Браво, друзья! Вот это теперь настоящий подъезд. И Александр Егия, после того, как он выступит с группой «Смоки», пересмотрите нашу передачу в интернете и... поймите, что... И сделайте выводы. Саня, прикинь, будет круче мне. Да, вообще. Не, ну дело в чем? Вообще, подъезд, это правда, это дело хорошее. Мы все... Школа и подъезд, да? Да, вышли, как бы так, с улицы. И, в общем-то, улица учила много чему. Правильно себя вести, правильно разговаривать. Там вести себя по-мужски, еще как-то, ну... Неправильно разговаривать, это мы с тобой поняли, о чем мы сейчас, да, ну, со всеми. Ну да, чисто, да, чисто. Надо отмазаться грамотно, да, там сказать, что куда пошел, там куда не пришел. А вот еще, смотри, есть одна песня классная. Я сейчас наступлю на горло песни. Какой? А? Анекдот, потом песня? О как! Ну ладно, что ты. Просто я, есть один очень пошлый анекдот. Не может быть, Саня, разве ты можешь рассказать очень пошлый анекдот? Давайте попросим Александра Егая рассказать очень пошлый анекдот. Он все никак не может расконсервироваться сейчас. Он думает, что он в самолете. Не, что-то я подумал, не, я так не хочется сильно уж. Да ладно. Да, сейчас что-нибудь, давай что-нибудь. Не, давай, может, ты. Я? Но у меня есть старый анекдот, который мне очень понравился. Это когда в программу «Что, где, когда» приходит, значит, ну, как обычно, письмо, да? Письмо там ведущим говорит: вы знаете, я, говорит, сам из Краснодарского края, мы пошли с начальником на охоту, его в член укусила змея, что делать? Ну, соответственно, все думают, что, конечно, знаете этот анекдот, да? Я тоже так думал, что я его знаю. На самом деле он гораздо виртуознее звучит. Ну, естественно, там этот вопрос задается знатокам, да, все это крутится, это фигня вся, там деньги, трали-вали.
И он говорит, слушайте, а давайте, говорит, как-нибудь, это самое, минуту на обсуждение, прошла там все. Отвечать будет кто? Этот Борис Бурда, этот человек с нелепыми усами, помните такой? Он, знаете, мы тут вот с коллегами посоветовались и пришли к такому вот выводу. Вы знаете, он написал, смотрите, ведь в вопросе стояло из Краснодарского края. Значит, в Краснодарском крае водится несколько видов змей. Но все они могут укусить только ниже колен. И если вашего начальника в член укусила змея, значит, член у него ниже колен. Ура! Что, в состоянии отсосать яд сам у себя?